25 сентября в Волжске произошло еще два возгорания ветхих расселенных домов. Около 13:40 на пульт МЧС поступило сообщение о начавшемся пожаре по адресу Коммунистическая, 14. Как и в предыдущих случаях возгорания, дом был расселен ранее и, по словам очевидцев, служил местом ночлега для лиц без определенного места жительства. Для борьбы с огнем направлены 4 единицы спецтехники. Участок дороги по улице Щерса перекрыт до полной ликвидации пожара. По внешним признакам распространения огня причиной возгорания может стать поджог. Почти одновременно с пожаром на Коммунистической вспыхнул дом по адресу Кошкина, 9. Соседние строения не пострадали. По словам очевидцев, происшествие также похоже на поджог. Конечно, поджог, но это же не может так быстро загореться. Если кто-то поджег дети, оно же потихоньку клеит, а это сразу со всех сторон загорает. Я еще не буду просто пойду, вот куда же будет.